Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, ограничивающий действия киберсект. За последнее время в большинстве регионов страны активизировались так называемые группы смерти. Соавтором документа стала депутат Нижней палаты парламента Чувашии. В эксклюзивном интервью нашему телеканалу Алена Аршинова рассказала, как в новом законе ужесточат уголовную ответственность для тех, кто побуждает детей к суицидам. Кроме того, мы обязываем Роскомнадзор информировать МВД о том, сколько попало в такой единый реестр доменных имен со страницами, с указанием всех адресов, которые содержат информацию, распространение которой в России запрещено. И вообще скажу, что Роскомнадзор только за прошлый 2016 год заблокировал больше 4500 таких страниц, где размещалась информация, где велась переписка с детьми, причем с использованием NLP-технологии, это нейролингвистическое программирование, поэтому, конечно, достаточно страшное явление, которое нужно остановить.